Всем привет, ребята. Так, 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 так. Я, получается, событие-то пропустил, можно сказать. Так. Следующий будет у нас, соответственно, в среду Going the Distance. Максимально далеко нужно проехать, похоже. Без топлива. Ребят, ну что, командное соревнование. У нас предновогодние праздники, поэтому все эти выходные мне просто некогда было. Я сыграл всего лишь разочек. Набрал 24 400. До конца остается у нас сейчас полтора часа, ребят. И мы отстаем всего лишь на один балл от соперников. Поэтому сейчас от меня, наверное, многое тоже зависит. Нужно как-то за 57 тысяч нам перевалить. И уже будет, в принципе, отрыв какой-то. Так, ну чё, давайте начнем. Давайте начнем. Два билетика есть. Так, первый круши ломай. В принципе, форсаж, наковальня и зацеп. Поехали. Поехали, поехали. Здесь главное, ребята, главное здесь все подарки. Блин, пропустил. Здесь желательно все подарки ломать. И будет у нас... Блин, да что ж такое-то, ё-моё. Как минимум 4. Как минимум 4 4 подарка пропустил. 5900. Блин, не очень. Так. Груз. Завершить трек как можно быстрее. При этом надо сохранить с вами... опять такие подарочки, ёк-макарёк, а. Нет, ребят, не очень. Я бы сказал, даже ужасно, ужасно. У нас уже 11 осталось. О, неправильно. Короче, все, что-то пошло не по плану. Ребята, ужасно получилось. Ладно, давайте до конца доезжаем. О, 7 подарков. Ё-моё. Так, ну здесь в окоп у нас проезжает, ставит стартовый ускоритель, форсажик и леталочки. Но, ребят, что-то у меня плохо получается здесь. Блин, вот здесь неправильно сделал. Ну ладно. О май гад. Ну и на финиш просто летим. Так, 13600 против 18000. Так, ну ладно, в принципе, мы с вами продолжаем тренироваться. Этот билет у нас тоже точно уже профукан. Но еще есть второй билетик. О, вот сейчас вообще четко, слушайте, вот сейчас прям шикардосно, в принципе. 7900. Угу. И второй билетик бесплатный. Давайте сейчас попробуем тогда... уже без каких-либо, не знаю, ошибок проехать. Вон чувак на гоночном грузовичке, он фигачит. Ой, елочка. Что-то я забыл про нее, пропустил. Так, ребят, разбиваем, желательно все подарки разбивать. Особо без суеты, не торопиться. А, здесь один пропустили, окей. Ну и здесь на финиш проследим. Что у нас по результату? Ага, 7170, окей. Это уже хорошо. Так. Вот здесь. Вот здесь, ребятушки. Вот здесь, ребятушки. Вот здесь, ребятушки, нам сейчас с вами надо. Ага, так. Ага, ребята, ребята, я не знаю, Банёвский, наверное, не очень, да? Нет, подарки выкинул, подарочки выкинул. Вот здесь вот неправильно сделали. Давайте, знаете, что сделаем? Ну, бог с ним, билетик потратим. Нам надо с вами закрепить. Тактику надо закрепить. Здесь не нажимаем, в принципе.
вот здесь уже. Нет, здесь тоже нельзя. А вот здесь уже все, ребят, просто тупо на финиш. В принципе, наверное, сойдет. 18 подарочков. Ну, более-менее. Блин, ну, итоговый у нас пока 14200. На 100 баллов всего лишь больше. Да. Печальненько. Черт. Вот здесь он вообще как-то, я не знаю, как он так делает. Что? Ё-моё! Блин, я забыл. Здесь же нам топливо надо взять. А, я топливо подобрал, но, блин, ребят, все, выходим. Так, придется нам с вами... Так, ладно, последнюю трассу тоже закрепляем. Придется нам с вами один билетик еще потратить. Что-то напортачили. Капец просто. Ну, найс. В принципе, сойдет. Не так, как в тот раз, конечно. Ага. Угу. Так, запороли предпоследнюю трассу. Так, еще билетик тратим. Уже, ребят, пошли в ход у нас синие билетики. Бесплатные закончились. Ага. Окей, так. Пока все по плану. Пока что все по плану. Ага, и теперь на финиш тупо летим. Максимально быстро. Ребят, вообще сейчас четко должно быть у нас. 7700 почти. Угу. Сойдет. Так. Так. Здесь без суеты. Стартуем без суеты, чтобы нам не растерять. Особо, чтобы не растерять. И... Блинский. Ну, немножко неправильно сделал, конечно. Ладно. 2,7, 5,600. Блин, отстаем, ребята, отстаем. Черт, на 800 баллов отстаем. Так, вся надежда на последние две трассы. Нам как-то надо. Как-то надо, черт возьми, а. Давай. Есть. Нормально. Неплохо, в принципе. Так, ребята, на 1000 баллов почти отрыв. В нашу пользу. Окей. Сейчас бы нам с вами как-то... не лажануть. Пролететь бы хотя бы как в тот раз. Это что было сейчас? Ёк-макарёк, блин! Ё-моё, видели, он тормознул. Блин, ребят, повтор. Тут без вариантов, повтор надо нажимать. Без вариантов, повторчик. Блин, почему он тормознул-то? А? Ага, вот сейчас нормально, нормально. Ускорились, блин, ну тот чувак быстрее летит, смотри-ка. 25-800, чёрт. 26 даже не набрали. Но двоих обогнали, уже это нам дает плюс к общему баллу. Ребята, то есть наша команда вырывается вперед немножко. Так. Да, да, да. Отрыв, конечно, небольшой. Сколько получается баллов? 27, да? Да, получается 27. Ну что, ребят, на этом пока все. Подписки, лайк, колокольчики жмите. Делитесь видосиком. Всем удачи, до новых встреч, пока-пока.